Мириам боится воды. Еле встречаться с парнем из береговой охраны. Знаешь, там всем страшно бывает. Да не боюсь я воды, Берни. Ночью разве что. Мало ли что там под ней. Та же самая вода. Чентам, как слышно, прием. Повторяю, ситуация аварийная. В корпусе пробоина в 18 футов. Ждем ваших указаний, прием. Говорят, таких штормов у восточного побережья еще не бывало. Стихия ударит через час. Скажи, почему ты так долго не соглашалась на это свидание? Не знаю, вдруг бы я тебе не понравилась. Ты в точности такая, как я представлял. Да. Даже лучше. Слышал по радио про кораблекрушение? Это Т-2 танкер треснул пополам. У нас два, может, три часа. Мы тонем. Соберешь команду и на помощь утопающим, ясно? Я лично готов, затем и нанимался. Он соображает, что делает. Посылает тебя на смерть. Наш долг — откликнуться на сигнал. Ну а дальше как бог даст. Я с Аберни не на дежурстве, на душе неспокойно. Других девушек это не тревожит. И что? Выходить за Бона в такую погоду — чистое самоубийство. Мы же не на этой лодочке поплывем, на чем посерьезнее? Там сейчас ад кромешный. Опа, Салила! Отзовите их. Покиньте помещение. Мне нужны все рабочие руки. Мы собираемся пожениться. Будете сюда бегать всякий раз, как он выйдет в море? Отзовите его назад. Не на тех напали. Мы их спасем. Он выполняет приказ. Мисс на выход. Вы отправили их погибать. Приготовьтесь.